Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Предоставляем вашему вниманию урок номер 6 «Химические свойства бензола и его гомологов». Раздел 1.11а «Соединение ароматического ряда». 11 класс, естественно-математическое направление, предмет химия. Целью нашего урока сегодня является уметь составлять реакции при соединении, характерные для бензола и его гомологов. То есть сегодня на уроке мы узнаем, как происходят реакции при соединении у бензола и его гомологов, и научимся их писать. Но прежде чем говорить о реакциях при соединении у бензола и его гомологов, давайте вспомним, какие особенности строения молекулы бензола влияют на его химические свойства. То есть, каковы особенности строения молекулы бензола? Остановите видео и запишите, какие вы помните особенности строения молекулы бензола. Теперь давайте вспомним вместе особенности химической связи в молекуле бензола. Каждый атом углерода в молекуле бензола находится в состоянии sp2 гибридизации. Каждая из шести негибридизованных пи-электронных облаков атома углерода образует единое пи-электронное облако. Пи-электронная плотность этого облака распределена равномерно по всей молекуле, из-за чего все связи между атомами углерода равноценны длиной 0,140 нанометра и образуют так называемую полуторную связь, которая также носит название ароматической. Именно эта ароматическая связь и определяет химические свойства бензола. Реакции при соединении в основном характерны для веществ с двойной или тройной связью. Но, как мы знаем, в молекуле бензола и его гомологов нет двойной или тройной связи. У него присутствует особая ароматическая связь. Поэтому реакции при соединении для бензола и его гомологов не характерны из-за особенностей строения, наличия полуторной или ароматической связи, образованной в результате делокализации электронной плотности молекулы бензола. Но все же реакции при соединении для бензола и его гомологов возможны в присутствии катализаторов, ультрафиолетового облучения, при нагревании и воздействии высокого давления. Если сказать кратко, то реакции при соединении для соединений ароматического ряда не характерны, но возможны в специальных условиях. Давайте рассмотрим примеры реакций при соединении, характерные для бензола и его гомологов. Одним из примеров таких реакций являются реакции гидрирования, то есть присоединение водорода. Присоединение водорода к бензолу и его гомологов возможно в присутствии катализаторов. Ими могут быть никель, платина, палладий. Кроме того, такие реакции проходят при высоком давлении, а также нагревании. Давайте рассмотрим конкретный пример присоединения водорода именно к бензолу. Схема реакции будет выглядеть следующим образом, как вы видите на слайде. Бензол присоединяет к себе три молекулы водорода. Это возможно при наличии катализатора в виде платины, нагревания 150 градусов Цельсия, а также при наличии высокого давления. При таких условиях водород присоединяется к молекуле бензола, разрывая его особые ароматические связи. В результате этого остаются сигма-связи и образуется циклогексан. Коротко, это уравнение можно записать следующим образом. С6H6 плюс 3H2 получается С6H12. То есть циклогексан. Вторым примером реакции соединения может служить галогенирование, конкретно присоединение хлора или хлорирование. Данная реакция также протекает при особых условиях. В данном случае это является облучение ультрафиолетом, или данная реакция может проходить при солнечном свете. В реакцию вступает молекула бензола и присоединяет к себе три молекулы хлора. В результате этого образуется гексахлорциклогексан, или как его еще называют гексахлоран. Это очень ядовитое вещество,
которые используются в сельском хозяйстве как ядохимикат. Кроме того, особенностью реакции присоединения для бензола и его гомологов является то, что галогеноводороды и вода не вступают в такие реакции соединения. То есть галогеноводороды и вода к ароматическим соединениям не присоединяются. Давайте сделаем вывод. Реакции присоединения не характерны для молекул бензола и его гомологов. Но некоторые реакции присоединения для бензола и его гомологов возможны при специальных условиях – наличии катализатора, высокой температуры, ультрафиолетового излучения. Примером реакции присоединения для бензола и его гомологов являются реакции гидрирования и хлорирования. Вода и галогеноводороды к бензолу и его гомологам не присоединяются. Давайте проверим ваши знания, полученные сегодня на уроке. Подумайте и ответьте, почему реакции присоединения не характерны для бензола и его гомологов? При каких условиях они все-таки возможны? Приведите примеры реакций присоединения, возможных для бензола и его гомологов. Остановите видео и запишите ответы на эти вопросы в свою тетрадь. Если вы затрудняетесь при ответах на данные вопросы, посмотрите видео сначала или прочитайте параграф номер 3. Давайте попробуем написать уравнение реакции присоединения. Например, уравнение присоединения водорода к толуолу, или как он по-другому называется, метилбензол. Назовите вещество, которое получится в результате данной реакции. Давайте проверим, что у нас получилось вместе. Слева вы видите молекулу толуола или метилбензола, к которому присоединяются 3 молекулы водорода. Реакция возможна при никелевом катализаторе. В результате образуется соединение, которое мы можем назвать метилциклогексан. Домашнее задание. Изучите параграф 3. Выполните упражнение 8 на странице 16. Учебник «Химия. 11 класс. Издательство МИКТЕП. 2020 год». Спасибо за внимание.